ты, ты сидишь, да, в каком-то, ловишь себя в каком-то настроении, да, в каком-то состоянии, ловишь себя, раз. Ты сказать, откуда у тебя это настроение, ты не можешь, так? Так. Но если я задам тебе вопрос, почему у тебя такое настроение, ты, допустим, можешь сказать, ну, думаю, вот, сижу там о, ну, смотри, о родителях, смотри, там, о маме, о папе, не знаю. А спросить у тебя, откуда эта мысль у тебя появилась в голове, вот этого ты уже не знаешь. Но ты считаешь, что эта мысль твоя и принадлежит тебе, это ты же ее думаешь. Но откуда она у тебя в голове появилась, ты понять не можешь. А ты помнишь вчера, как мы сидели, мы как и тупили, ну, да? Да. И были вот эти, как Магомед нам подбрасывал. Разные про истории, Азию, да? Про это. Истории это были какие? И ничего, и ничего. И слышу, а где твой этот чудик, где Валера? Да. А что, думал, Валера просто так? Валера пришел ага. И принес идеи, ты помнишь? Да. Рассказал историю про соседа, который через забор засыпал шашлыки песком. Помнишь? Чем тебе это не история? Бери, снимай, там забор, все есть, шашлыки есть. Нет подхвата, знаешь, вот этот... Как так раз это об этом автоматическом интересе идет речь. Тебя это автоматически захватило, заинтересовало или нет? А ты сам что будешь? Как ты будешь сознательно заинтересовываться в чем-либо вообще в этой жизни? Сколько раз звучат вопросы о том, что когда люди говорят, я этого не делаю, потому что мне это не интересно. А что тебе интересно, скажи? И чаще всего звучат вопросы из серии, ответ такой типа, ну то, чем я занимаюсь. Нет, сначала это ставит его в ступор. Да. А потом, блин, надо что-то ответить, угу. Я же не дурак. Да. А если я что-то не понимаю, когда тебе объясняют, да? Ну, стандартная фраза, да? Я тебе что-то объясняю, ты не понимаешь, дурак кто? Правильно, тот, кто объясняет, а не тот, кто не понял. Вот и все, так вот, ну, и живем. Поехали. И вот они потом говорят, знаешь, что я сам могу все делать. Я стараюсь. Это короче.